От верной гибели двухлетнюю девочку спасли случайные прохожие на улице одного из маленьких китайских городков. Мужчины заметили ребенка в распахнутом окне четвертого этажа. Взрослых рядом не было. Малышка сорвалась с подоконника и с нарастающей скоростью полетела на асфальт. Люди, поняв, что еще мгновение случится трагедия, сложили из собственных рук что-то вроде батута. Один из спасителей сломал предплечье и вынужден был поехать в больницу. Но у ребенка ни синяка, ни царапины.